Итак, друзья, купили картофельную сажалку и пришлось переделывать. Переделали мы вот, начнем с колес. Колеса переделали. У нас были вот такие вот маленькие колеса. Они сажали 20 сантиметров. Мы сделали побольше. Чем увеличиваешь колеса, тем больше будет между картошкой расстояние. Штыри обязательно нужны. Штыри приварили. Что на маленьком, что на большом. 10 сантиметров. Штырь от шипа он 7 сантиметров. Грунные зацепы будут лучше. Это обязательно надо. Потом плужок. Обязательно плужок вот тут. Наварили мы пластиночку, чтобы земля не пересыпалась. А земля пересыпается, чашечки и картошку это все мешает. Вот такую пластиночку вот варили. Цепь. Цепь не обязательно переваривать. Некоторые переваривают. Здесь я делаю один. На одном идет он. Чтобы он типа поворачивал. Я сделал просто отверстие. Одно посередке. И засыпал на одном. Не на двух, а на одном засыпал. И он также поворачивал. Сейчас мы вам это покажем. Зацепим мотоблок и покажем. Вот этот цеп, он и так двигается. Не надо ничего приваривать. Люди приваривают. Сюда вот приваривают, один цеп делают. Это все зря. Этого не надо делать. И мне вот это вот не понравилось. Я на этом сцепе на одном попробовал посеять картошку. У меня он складывался. Чуть земля уклон была, и он складывался. И боком шел. Я потом зацепил на оба сцепа. Жесткий сделал. Сейчас я вам фотографии покажу, какой один сцеп. Так, что еще мы переделали? Вот внутри поставили горловину. Вот она, горловину сделали. Сейчас я покажу. У нас она 8 сантиметров. Вот эту вот. Ее не было. Чашечка проходит, пока вторая чашечка дойдет, картошка падает. Пролетает сюда. И получается часто накидано. Обязательно горловину нужно. Так. Ну, вроде все.